Аварийность снижается, опасные участки устраняются, констатировал начальник районной госавтоинспекции. По сравнению с началом года число дорожно-транспортных происшествий значительно сократилось, во многом благодаря слаженному взаимодействию ГАИ и администрации. Во всех поселениях ведется реконструкция дорог, устанавливаются новые знаки. Произошла реконструкция Белокаменного шоссе. Мы с вами избавились от бутылочного горлышка, убрали дополнительный, никому не нужный и не использующийся железнодорожный путь. Тем самым уже снизили аварийность. Это у нас было камнем преткновения. И на Советской улице мы тоже получили новый светофорный объект, соответственно, который тоже позволил нам снизить аварийность, потому что на протяжении нескольких лет это были очаги аварийности именно по муниципальным дорогам. Если на муниципальных дорогах обстановка налаживается, то с областными трассами, которые обслуживает МосАвтодор, дела обстоят хуже. Мы рассмотрели очень предметно, это деревня Суханова, где у нас случаются ДТП, в том числе с пешеходами. Речь идет о дополнительном освещении, об установлении нормального пешеходного перехода, соответственно, возможно, с кнопкой. Такие вопросы мы поставили перед представителями МосАвтодора. Я думаю, что все это должно быть включено в план 2016 года. Ну и, пожалуй, самая насущная тема – усовершенствование дорожной сети главной транспортной артерии муниципалитета – города Видное. Краеугольным камнем на сегодняшний день является круг на проспекте Ленинского комсомола. Его ожидает большая реконструкция. Итак, как изменится круг? Небольшое расширение при повороте с улицы Советской на ПЛК. Такое же расширение пройдет у Пожарки на улицу Березовая. С Березовой появятся две полосы в повороте направо, трехполосное движение с улицы Советская на ПЛК, а левый поворот Жуковского проезда будет убран, разворот только через круг. Это увеличение пропускной способности, с чем сегодня сталкиваются наши автомобилисты. Конечно, мы понимаем, что необходим дополнительный выезд из 6-го микрорайона, и над этим также работаем вместе с администрацией Ленинского района. Поэтому все вот эти работы, они позволят все-таки облегчить работу кругового движения. Обновленный круг видновчане смогут увидеть в следующем году, а пока на радость автомобилистам был введен левый поворот под стрелку с проспекта Ленинского комсомола на улицу Ольховая. Также здесь планируется расширение дороги, остановку уже перенесли. Это позволит создать отдельную полосу для поворота. Юлия Погосянин, Евгений Петров, Владимир Бежонов, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.